Привет! В сегодняшнем видео я вам покажу топ-5 майнхаков для Майнкрафта. Е, что такое майнхаки? Майнхаки — это лайфхаки для Майнкрафта. И, кстати, они вон на версию 1.2. Поехали! Ну, а первый майнхак позволит вам ползать в один блок. Этого лайфхака заключается в том, то, что зомби не будут выламывать ваши деревянные двери на сложной сложности. Но суть этого лайфхака заключается в том, то, что вы сможете спокойно выбираться из своей шахты. Ну, это лифт, короче, да. Но с помощью этого лайфхака вы можете менять цвет букв или, например, выбирать другой шрифт, менять его на разную билиберду. Ну а с помощью этого майнхака вы сможете собирать мед так, чтобы на вас не агрились пчелы. Ну вот и все. Надеюсь, вам понравился данный видеоролик, потому что на него я потратил целых 5 часов реального времени. Чтобы вы понимали, обычно на ролике я трачу 17-18 минут. Ну да. Поэтому поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь на канал. Ну ладно, я с вами прощаюсь. Всем пока!